Чё ты спишь? Иди на улицу, там весна уже начинается. Иди давай. Иди. Вот и пришла почти весна. Надо же отснять полноценное видео и протестировать микрофон, который я перепаял в камере. Да какого хрена, блин? Итак, сегодня получается пятница. Обычно по пятницам мы сидим где-то в каком-то генделе подвальном и хлещем пиво. Ну а сегодня мы решили в гендель не идти, а пойдем в кино на фильмец «Дэдпул». Пойдем на вечерний сеанс. Это последний сеанс? Да я бы сказала, это уже ночной сеанс. Ну, на последний? Да. Короче, идем на последний ночной сеанс. 23.45. 23.45. Ну и как обычно, стоишь, ждешь, пока Юля соберется. А я соберусь. Итак, короче, сейчас жду Юлю. Идем, короче, на местный наш районный магазин, там типа точка, где мы типа встречаемся, потом идем на гараж, там чувак берет машину и на машине катим в центр, в торговый центр, который называется Голливуд, и там, короче, кинотеатр. О, дождался наконец-то. На улице вообще ужасная погода. Сырость большая, влажность, какой-то дождь моросит. Это снежок, посмотри, беленько. Вот то беленький типа снежок. Короче, погода не фонтан. Место встречи немножко изменили. Получается идти немножко дальше. Но ничего. Стоят кавалеры. Кричит на меня этот, блядь. А где пятый человек? Да, здорово. Я ее еле раскачал, блядь. Начала пиздеть. Так она идет или нет? Да. Пошли. Трусил. Ой, темно. Тогда. Ну и вы трусы. Что, Даня, мы на бильярд ходили. Привет. Привет. Тебя снимает скрытая камера. Тестирую микрофон. Мы задолбали своим кино. Классный фильм будет, не жалуйся. Ага. Я, Лёша, же бы не приспал меня там. Приспал? У тебя оглушил чем-то? Итак, мы уже дома, посмотрели фильм, бегом-бегом домой, потому что уже 2 часа ночи, пора спатки ложиться. В принципе, фильмец даже очень понравился. Да, классный.
Изначально, когда я на него вошел, я думал, блин, да он же по-украински, на украинском языке, как это смотреть можно? Но когда начал смотреть, получается, этот украинский перевод даже чем-то прикольный. И он мне даже понравился. Особенно был прикольный железный мужик, который пародировал Януковича. Вообще зачетно сделали. Что ты в позе стоишь? А тебе что понравилось больше всего в фильме? Мне? Не знаю. Но когда он еще был нормальный, так он симпатичный был. А ты на мужиков пялись, да? Да. А ну ты срать сел там, блин. Такой... Итак, зима кончается. Получается, сегодня проводы зимы. И в честь этого события мы решили выбраться в лес. Что-нибудь пожарить. Погодка, конечно, не фонтан, потому что в лесу грязище. Снега уже почти нету. Только так, кое-где маленькие-маленькие кучки валяются, и все. Сейчас главное найти полянку, чтобы были дрова. И чтобы не было там грязи. Идем все глубже и глубже в лес в поиске какой-нибудь поляны. Чем дальше в лес, снега вообще нету. Нашли поляну? Давай. Так, сосиска. В разном языке там это. А что, нормальные, да? Я думал, хуже будет. Ну, я думала. За 50 рублей, а вторые у вас по сколько? 67. Да? А то там, смотрю, все сардельки по 100. Как цены, ебать, их урод. Так вы, наверное, дешевле купили в этих салтовских. Да реально, блин, мясо лучше купить, чем сардельки. Просто с сардельками меньше мороки. У нас вкусные. Первые деньки весны начинаются со снега. И котов даже не видно.